Он 20 лет руководил кафедрой литературы в Вологодском педагогическом институте. 20 марта на здании Педагогического института Вологодского государственного университета открылась мемориальная табличка в честь профессора кафедры литературы Виктора Гуры. Это событие институт также посвятил 80-летию филологического факультета одного из старейших в Вологде. Подробнее расскажет Юлия Савинцева. У здания Педагогического института профессора, преподаватели, студенты. И о заслугах Виктора Гуры знает каждый из них. Он прошел Великую Отечественную, участвовал во взятии Кёнигсберга, а после войны в 1949 году приехал в Вологду. И здесь, на кафедре литературы Вологодского педагогического института, началась его трудовая и научная деятельность. Это здание, с которым в значительной степени была связана жизнь Виктора Васильевича. Не только его профессиональные интересы, но вообще вся его жизнь. Это просто замечательно, что так помнят человека, который действительно очень много сделал и для факультета, и для Вологды в целом. Виктор Васильевич Гура на факультете создал кафедру такого университетского уже по тем временам масштаба. Он привлекал преподавателей из разных университетов, с разными научными школами. Он организовывал огромные всесоюзные конференции научные. Одновременно с этим профессор работал над книгой «Русские писатели Вологодской области». В 1956 году он стал членом Союза писателей СССР, что привело к появлению в Вологде писательской организации. Открытие мемориальной доски профессору Виктору Гуре стало одним из главных событий в честь юбилея филологического факультета. В этом году старейшему из факультетов Вологды исполнилось 80 лет. Юлия Савинцева, Михаил Паратасов, Вологда, Портал.